Мы в Я этом говорю, успехи. она с первого этажа сразу наверх должна вести, она не должна прерываться на втором этаже. Вроде как. Вроде как. Сейчас поглядим. Классные тут места есть, в которых ничего нет. Это топ просто. Ой, блин, тут надо всех банить нафиг. Как Санчес ищет лестницу, да? Замечательно. Лестница, чуть лестница. Это как в этом, блин, как в Расте. Сказ о том, как Санчес лестницу искал. В Расте, блин, нафига. Да-да-да. Сейчас, блин, даже раньше стены можно было воткнуть. А сейчас лестницу крафтил, все, можно по всему лазить. Через машину... А, ну это правильно, правильно. Вот человек написал правильно, через машину в окно залезть. Это тоже вариант, кстати. Так что я помню, что-то машина какая-то тут была, по ней надо было лазить. Ну, если он прав. Ну да-да-да. В моде вообще на Ленина надо было залезать. Правильно, правильно. Только вот, что мне это даст? Непонятно. Какой ты меркантильный. Оно тебе что-то давать должно еще. Да. Да дай мне сейф, я лучше сам загружусь, пройду и тебе дам сейф. А что я буду по-твоему делать? Стоять тут и смотреть, как ты проходишь? Я просто побегаю, лучше потуплю, зато сам найду. Хотя уже не сам. Да, у тебя прикольная часть будет, 7-минутная. Ты тупишь и ищешь эту дверь. Ну а что? Че нет? Ты вот, короче, дверь всегда ее проходишь, может в ней что? Вот которая, это... где провода, и под ней сразу дверь там где-то. Окей. Может там что? Называется. Вот собачек согрел. Спычек. Ну и тут ни хрена нету, а это... Серый там небось охуевает, смотрит. Я помню, что он мне даже показывал когда-то это. У меня еще... Проходил вроде. Собачка офигела. Так, ладно, нет, надо уже что-то делать. Не та, не та, блин. Надо уже что-то делать, что там? Что-то у вас что-то надо делать. Сколько? Сколько по времени проходит солянка? Бесконечность. Ну, время не ограничено. У него нет... Ее нельзя спидранить полностью. Хотя нет, можно. Делаешь... Только это надо... Не-не-не-не-не. Очень можно. Почему? Заходишь в папку солянки, делаешь поршень, который выполняет все задания. И все. И за одну секунду ты проходишь все задания. Потом зажимаешь... Ты же это... читером будешь, это не по-настоящему, не по-пацански. Саня, неси пиздал за хуйню, пожалуйста. Ты солянку не по-пацански прошел. Я ее не прошел. Не, ну с поршнем-то с этим. Ну, поршень это норм. Поршень всегда все. Порше. Так ладно, ёпта, надо что-то делать. Порше, Порше. Я сейчас захожу в ОЛР и буду сам искать, а тут и тут. Охрененно будем. Будем называться поиск. Лестница, ведущая в небеса. Я не верю в чудеса. Люди там небось думают, что за происходит вообще. Надо вообще, надо он опять идти. Поет. Чего так. Нам только в жизни не хватало, да. Зовите ведьмака. Вот именно, надо только это чудовище какое-то более крутое. То есть надо на него два ведьмака сразу, одного не хватит. Не поможет. Да. Сейчас Ленину на башку сяду и буду сидеть как. Не знаю, кто, конечно. Ты никаких... тоже новый Ленин. А! Серый, ты ёпта, ты ж рассмотришь ты это. Подскажи ты, чё ты, ну? Ну? Ты не Ленин, ты Васин. 40 человек смотрит, так как я пытаюсь залезть на крышу. Лалка. Лалка. Скорее всего, вход вообще на эту крышу с другого здания, в котором, наоборот, ошибочка в этом, или я просто настолько туплю, что настолько туплю. Я настолько туплю, что настолько туплю. Так, загрузить игру, блин. Так, Александр, озернее, не янтарь, а светлый люч. Да, а хотя мне... Ты нашел, что ли? Ничего я не нашел, я просто увидел, что он идет к дому правильно, но на дом тут надо будет как раз... Зато я умер, вот что. Самое лучшее, наверное, все, что сейчас произошло за 15 минут последних, то это я умер. Мучения кончились. Да, именно так. Но сейчас они продолжатся.
Ибо не серый, они все... Загружаюсь и буду... Ух ты, ё-поросатэ, где у меня сохранение? Смотри, где эта грёбаная лестница. А то ты так не поймешь. Охрененно, я еще загрузился, вот что я тебе могу сказать. У меня сейчас экранчик на четверть экрана, короче, сталкером запущен. Мне еще обратно к свободовцам бежать. Свободовцам. Ну, сколько, блядь, можно уже дохнуть? Ну что это такое? У меня когда значит... Молодцы, свободовцы. Маляков, у тебя голос, как у наркомана Павлика. Ой, блядь, только не надо, а. И так можно сдохнуть. Сайчик. Потому что дома никого нет, вот я и шалю. С вазелином. Да-да-да-да-да. Я же его сюда поставил, спокойно. А кто? Откуда он оказался у тебя на столе? Это кот тебе поставил вазелин, да? Намекая на хорошие подробности. Еще кружка очень любят. Кружка с короной. Еще, небось, стоит где-нибудь этот, как его, валерьянка, чтобы прибодрить. А, небось, кружка с короной, да, по дворе. Если бы стоял валерьянка, кот бы был тут, но его тут нет. Ну, а ты... Да, закончилось. Типа да, типа валерьянка закончилась, остается только вазелин. Корвалол еще надо. Саша, ты с этим заканчивай, у вас этот... любовь по расчету. Он с тобой только из-за валерьянки. Так. Клиентизация. Как же тут много, сука, пидоров всяких бегает. И аномалий, и вообще всего. Короче, я тебе могу дать сейф прямо из этого домика, куда надо залезть. Ты лучше мне скажи, как туда залезть. Сейчас попробую подсказать. Лучше, а то это не камильфо. Сейф какой-то откуда-то из воздуха взялся. Не камильфо. Так, блин. А, во, фонарик-то, Фонарик. Так, ну-ка, вот, ну-ка, если в ту дверь войти. Ты там, я, блядь, из города выйти не могу теперь. Я настолько упоролся уже, слушая про кота. Ну вот же, это лестница, блин. Тут вот, короче, вот не та дверь, которая под проводами, а следующая. Замечательно. Я рад за ту дверь, только вот теперь бы мне до нее дойти. Да, блядь, тут же не было аномалии, когда я только что шел. Какого хуя? Вот я спокойно залез на крышу. Я рад за тебя, Саня. Я три раза гутнулся на одной и той же аномалии, зная, что она в одном и том же месте, хоть она... я пойду на букве С посижу, на славе посижу сейчас. Так, ладно, надо что-то как-то... Как-то вот. Что-то вообще... Тут вертошлямбур летает. Я буду теперь ходить с болтами, как будто, блин, это солянка какая-то, в которой это очень важно. Это очень важно. Хотя в солянке, когда у тебя там детектор топовый, артефакт, ой, аномалия. 15 аптечек, ничего себе так. А я где-то поставил. У меня 4, так что я больше крут. 4 аптечки, ты же представляешь себе? 4,4 аптечки. А если сразу туда залезть, то есть не взяв задание? Зачем тебе это надо? Ну, чтобы сразу прийти и сказать им, а я охуенный такой, я уже все сделал. Когда стрим закончится, спрашивают. Хрен его знает. Это, короче, все патроны сейчас просажу и сдамся зомбарю какому-нибудь. И какая там дверь? Какая после какой? После да какая? Просто заходишь в эту дверь, не парадный вход, а который, и не тот, который я тебе тогда говорил, а вот третий вход. А, ну я нашел. Вот, и этот вход, короче... Короче, я нажал уже, И направо сразу на лестницу поворачиваешь и идешь до упора. Oblivion Last. Не, Oblivion Last Stream обычный хуёвый настолько, что пока он вообще ничего не сделал на нём почему нормально. Почему он обычный? Вот этот обычный, а тут необычный, тут хрень тот. Ну я и говорю. В этом что плане. За Oblivion Lost 3.0? Они сперли торговый знак у этих Oblivion Lost. Теперь еще на провода надо запрыгнуть. А там как пишут, механика интересная, там босс появился. Да-да, босс появился. Там босс есть, но пока до него кто-то дойдет. Сейчас, конечно, перевод уже вышел, чем можно уже попробовать. Но
Не знаю. Блин, вот кто в Сталкер придумал эту хрень вводить, а? Ты. Саш, ты, господи, этот Сталкер какой-то... С какого года, блин, одну хрень? Да какая мне вообще пофиг, с какого он года. Он Сталкер и все тут. А что тут взял? Тут бумажка какая-то лежала, да, или что? Люди хоть что-то интересное привносят. А что ты хочешь, блин? Я хочу разнообразие, вот чего я хочу. А не ехать по сраным тем же локациям и смотреть на все те же старые морды. Ну, пожалуйста, я тебе предлагаю моды, в которых абсолютно новые переработанные локации. Ты не хочешь брать? Санек, я играю только то, что приносят просмотры. Да, Сталкер не приносит просмотры, сказки будешь другим рассказывать. Господи, играть какой-нибудь мод, вышедший давно, играть... Мод, вышедший недавно, это две разные вещи. Да плевать они хотели, давно-недавно, сталкеры пофиг. Ты думаешь? Конечно. Ну, давно, сейчас вообще модов давно ничего не было. А солянка, она недавно вышла. Она вышла тогда же, когда этот мод, который я тебе хотел предложить. И что? Ну, может быть, посмотрим тогда. Возможно, какую-нибудь другую. Там, считай, блин, три локации новые, две полностью перекуроченные. А то я собрался в ближайшее время по какой-то игре из ВК снимать прохождение. Чё? Да ладно. Это вообще жесть. Окей. Теперь хуй найдешь этого мужика главного. Он куда-то убежал, и теперь я его не найду. А нет, вот он и возвращается, кажется, да? Я, короче, просто сейчас вот да. Стрельнул свободовца, он меня убил, я вышел из игры, все. О, а там какая-то белая папка, почему она так светится? Копатель, зашибись. Ну там третья записка должна быть, да, вот, я так понимаю? Ну или кейс. Знаешь, что там должно быть. Ну да, я что-то взял в любом случае, поэтому... Один день из жизни с ВГ, ага. Только еще не хватает срати с Игнатом. А, нет, это я путаю, это трансмутатор. Просто у нас этот срач, он то утихает, то опять бурлит. Он меня куда-нибудь там выкинет из группы, потом опять засунет, и так до бесконечности. Ну вы как Ромео и Джульетта. Выкинет, засунет, выкинет, засунет. Но я другому от одна и буду ему верна. Так. А куда деваться-то, если мне нравится группа? Если тебе нравится Игнат? Да ну его, блин, очкастый. Очкастый меня не любят, да? Давай, давай, я сейчас на него матом покрою, меня отсюда выкинет такая. Ты прикрываешь свое. Ладно. Он тебя и не смотрит, нифига. Он вообще ничего, я не знаю, чем он занимается. Ну, Блэк вчера смотрел, кстати. Не валяй, дурака, вал. Групповые чаты. Я же взял записку, Серый, напиши, взял я записку, все нормально, все так и надо, все тому прочее, и так далее. Как Реборн Доппельгангер. Ой, какой классный мод. Где Дед Майков, который шутит шутечки, Игнат, не пилищий видос. Там видосов не пилит, чем офигел. Он же там блогером стать захотел. Да он, я не знаю, что он хочет, он сам не знает, что он хочет. Будет пилить блоги. Я как уже говорил, самый лучший способ это вот эти эротические чаты. Одновременно сидишь за компом, записываешь летсплей и камеру направил на себя, двойной заработок идет. И другую камеру направил себе на другое место. Да. Тройной заработок сразу идет. Да. Только, блин, не тот пол. Нормально, да. И на мальчиков ведутся. Че, хочешь, чтобы Гнат голый сидел у компа, что ли? Да ладно. Да, если я с этого еще зарабатывать буду, господи, пусть хоть там... Не ты, он! Ты что, хочешь еще с него рубить, чтобы он сидел бесплатно работал вот так вот? Ничего себе, блин, жарбулодей. Вообще. Скакалки Рабливин Лост. Опять пошлые разговорчики. Ну, мы такие мальчишечки. Мальчишки. Трэм-пам-пам. Ты что, там тоже немного крыща поехала, потом когда-то уехала.
Саня, что ты не идешь, а, ёпта? Саня,